возле нашего двора. Мне так вот эта ромашка нравится. А Миша говорит, что это не ромашка. Это ромашка, как думаете? Вот она тут одна. Очень красивая. Покажу вам наши ирисы. Ну, наши, домовые тут. У нас их в детстве называли петушки. Смотрите, какие. Высокие. Разных цветов. Мне вот эти сиреневые больше нравятся. Очень красивые. Да? Беленькие. Но самые красивые для меня сиреневые. Спасибо тете Лиде, она тут ухаживает за всей этой красотой. Очень красиво. Акация. Как вкусно пахнет акация. Я обожаю запах акации. Смотрите, у нас розовая во дворе красивучая. Проходишь, аромат волшебный. Просто волшебный. У меня после тренировки руки трясутся. Это желтые.